Привет, друзья! И мне только что пришла посылка от крестной. Мне уже не терпится ее открыть и посмотреть, что же там мне крестная передала. Давай смотреть, что же там внутри. Мне тоже интересно. Не, давай аккуратненько мы вот так ножичком разрежем и все. А как ты думаешь, что она тебе могла передать? Ты ей что-то заказывала? Нет, ничего. Подожди, аккуратненько. Что там вообще? Да не знаю, сейчас посмотрим. Так запаковали. Что-то ценное, наверное. А ну, давай смотрим. Это же малышка! Какой малышка? Реборн! Кукла какая-то. Ты думаешь, это реборн? Это реборн, точно реборн. Так, еще что-то есть. А ну покажи, что правда реборн? Правда. Ой-ой-ой, друзья, сумка. Смотрите. У него сумка есть. Смотрите, кто у нас появился. Реборн. Это девочка, наверное, малышка. Ярослава, она как настоящая, мне аж страшно. Классно. А Ярослава у нас мечтала о кукле реборн. Да. Ей все время хотелось, чтобы мы подарили ей на день рождения. Но так получилось, что теперь у тебя раньше дни рождения будет реборн. Ой-ой-ой, какая. Смотрите, друзья, она как настоящий младенец. А соску у нее на магните. Да, соску она сосет. Так. А ну давай посмотрим на нее. В костюме Мишки. Мини-пуха. Медвежонка. Ой, какой хвостик. Какая красавица. Папочка у нее. Какая. Ярослава, а знаешь, что это за карточка? Нет. Это свидетельство о рождении нашей куколки. Ее зовут Полина. Рост 48 сантиметров, а вес 1 килограмм 600 грамм. Она тяжелая. Не тяжелая. Ну, такая, ну, 2 килограмма почти тяжелая. Так что всем привет, друзья. Меня зовут Полина. Ну что, будем ее раздевать? Посмотрим на нее. Снимай ей комбинезончик. Она пришла нам в таком прогулочном комбинезончике. Можно с ней на улицу выходить. Смотри, мам. Он такой мягкий, теплый. Смотри, а под низом комбинезончика есть распашоночка и ползунки. Да. Настоящего ребенка, кстати. И шапочка, смотри, какая с цветочком. Какая красивая шапочка на завязочках. Ну, я так понимаю, это вещи ну, ребенка, младенца. У тебя тоже такие были ползунки, такая распашонка. Шапку снимем, давай. Мы в шапке можем сходить. Аккуратненько снимай. Ой-ой-ой, какая она лохматая. Это рыжик. Смотри, Полина рыжик. Какая она рыженькая. Реснички какие длинные. Вам видно? Ребята, смотрите, какие длинные рыженькие реснички. И вены у нее есть. А смотрите, носик как настоящий. Да, с дырочками. И глазки очень красивые. А смотрите, какие ушки. Это я вообще в шоке, у меня просто нет слов. А давай посмотрим на ручки. Закатывай ей рукавчики. Смотри, локоток. Венки даже видно на руках. Смотрите, какие они все в складочку. Какие ручки. А ногтики какие, как настоящие. Мамочка, а на этой руке палец у нее зажат. Да. Она еще и ручки складывает. Кстати, пальчики очень гибкие. Давай так вот сделаем. Как она сидит. Оп. Я в шоке, Ярослава. У нас еще один ребенок дома. Ну, настоящий. Смотри, как она сидит. Здравствуйте, я бабушка-старушка. Здравствуйте, ребята! Теперь я буду радовать вас новыми видео. Вот это сюрприз к нам сегодня приехал. Неожиданный. Только я, мамочка, немножко расстроилась. Почему? Из-за чего? Потому что у меня нет для нее коляски.
Ну ничего страшного, можно пока покатать ее в нашей коляске, которая есть. А для нее мы обязательно купим коляску. Нам еще нужно будет вещи теперь ей покупать. Да. Потому что бэби-борна вещи на нее не подходят. Ей нужны вещи, как для деток. Но некоторые подходят. Ну, я думаю, что нет. В общем, нам нужно теперь и коляску покупать, и ехать в магазин на шопинг, одевать нашу новую малышку. Да. А ну возьми ее на руки. Ну просто посади ее вот так, пусть она сидит. Ярослава у нас мама. А покачай. Нет. А как по кочкам, по кочкам, да? Я так хотела взять по кочкам, прямо на дорожке в нямку. Ух! И как Богдан говорил, и задавили 40 мух. Вот это класс. Можно я вытащу ей соску, чтобы ней полюбоваться? Соска у нее на магните. Да. Кукла просто обалдеть. Всем пока и не забывайте поставить лайк моей.